Дедушка, можно я с красной шапочкой в лес пойду? У нее бабушка заболела. Заболела? И что, беда какая? Когда что я с ней дудкой менялся? Третьего дня, что ли? Не помните? Третьего дня она сидела на крыше. А я говорю, что я с ней третьего дня дудкой менялся. Ничего подобного. Она была на крыше. А я говорю, что я с ней дудкой менялся. Она сидела на крыше. Она сидела на крыше. А я говорю, что я с ней дудкой менялся. Папкина бабушка третьего дня целый день просидела на крыше. Ага, а я говорю, что Бабкина шапочка целых три дня просидела всю крышу до самой трубы. Да? А я говорю, что я... А ты говоришь, что с ней трубкой менялся. Да при чем тут трубка, когда тут дудка? При чем тут дудка, когда она на крыше? Как же она на крыше, когда я с ней менялся? Как же ты менялся, когда она сидела? Как это она сидела, когда у меня ее дудка? Она сидела на крыше! 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 Молчать! А я говорю, что я с ней дудкой менялся! Ну вот, теперь я ее не догоню.